Боковой судья Дмитрий Ликин. Россия, Республика Саха, судья всероссийской категории. Красного угла Анзор Федреев, Санкт-Петербург. Синего угла Амираза Масоми, Исламская Республика Иран. Весовая категория 90-125 килограммов. Поединок за первое место в супер тяжелом весе до 125 килограммов. Поединок ведут в красном трико Анзор Хизриев, Санкт-Петербург, Россия. Чемпион Европейских игр 2019 года. Бронзовый призер чемпионата Европы 2019 года. Чемпион и призер чемпионатов России. Абсолютный чемпион России, мастер спорта России международного класса. Его соперник в синем трико, представитель команды Исламской Республики Иран Амираза Масоуми. До конца первого периода остается 3 секунд. Счет 2-2. Thank you.
Остается 7-3 в пользу Амиреза Масулуми.